А живем мы бедно и убого. Да потому что с Наполеоном воевали. Лихолетие-то какое перенесли. 4 года супостат нашу землю-то топтал, заводы разрушил, сколько народу-то погубил. Но мы тоже долго не устали. Когда французики-то к Березине бежали, мы им... кишки повыпускали. А американцы с Наполеоном не воевали. Они ему ружья продавали, гады. На нашей крови-то узолотились. Ага. Его скрёбы построили, упыри. Ага. Поэтому у них и пенсии больше. У кровососов-то нам таких денег не надо. У нас и без них картошка хорошо урождается. Опять же Крым, когда Багратион там Крым у татар завоевывал. Хохлы там разве были? Не было там хохлов, они по хатам сидели, борщ жевали, да про бандер песни пели. Все вот войски у Багратиона были, и башкиры, и удмурты, и другая мордва. А с Украины-то никого. Так что шишем теперь стеклянный. А не Крым. Правильно все Путин делает.